Я бы хотел сказать вам вот об одной интересной карте, где можно улучшить свой им скорость реакции попаданием голода. Эта карта называется CS Brawl Hub. Вот да, я думаю, вы слышали о турнирах ESL, вот где она используется, особенно в Quickfire. Ну вот. Ну что одним сказать, вы здесь улучшаете свою реакцию и скилл, узнаете много всего нового. Не знаю еще что добавить. Вот. Если вам зайдет такой контент, я могу вам объяснить, что тут так как. Если вот интересно, комментируйте, я это обязательно увижу. Да, я нуб, слегка. Я это обязательно увижу и начну действовать. Вот, спасибо за внимание, вот всем удачи, всем пока.